Если у вас мотивация на нуле, ваша задача, значит, во-первых, признать, что вы не хотите что-то делать. Потому что на нуле – это когда вы не хотите что-то делать. Это ноль мотивации. Не хочу. Вот. До тех пор, пока вы думаете, что вот мотивация, она недостаточна и так далее, вот, вы не начнете, ваш мозг не включится. Он находит для себя оправдание, как бы не начать разбираться с реальными проблемами. Как только вы говорите, я этого не хочу, не буду и так далее, и в этом все дело, да, дальше вопросы, для чего хочешь, а что делать с этим, что ты не хочешь, но надо и так далее. Но здесь вы уже действуете как осознанное, осмысленное, рациональное существо, и вы можете, ну, как бы придумать ходы. Вот. Поэтому первое – признать отсутствие желания. Вот. Возможно, вы нуждаетесь в отдыхе, возможно, вы нуждаетесь в других целях и так далее, и так далее. Но только после признания.